Здравствуйте! Октябрь – очень богатый на праздники месяц. Совсем недавно мы поздравляли наших бабушек и дедушек с Международным днем пожилых людей, а наших любимых учителей с их профессиональным праздником, а еще Международный день врача, Всемирный день архитектуры и Всемирная неделя космоса. А у 14-й школы Твери новый праздник. ВДВ вперед! 2 октября в 14-й школе Твери прошел грандиозный военно-патриотический праздник. Его организатором выступили Тверское региональное отделение общественной организации «Союз десантников». Совместно с сотрудниками спецподразделений ОМОН, регионального управления Росгвардии, отрядом особого назначения «Рысь» УСИН России по Тверской области и военнослужащими парашютно-десантной службы 12-й военно-транспортной авиационной дивизии. Какова цель этого мероприятия? Цель этого мероприятия, во-первых, поздравить вашу родную школу с юбилеем, во-вторых, показать всем вам, что на свете есть настоящие мужчины, чтобы вы спокойно учились, жили. Вот. Ну а чтобы ребята готовились к службе в армии, чтобы умели защитить свою родину, свои семьи, ну и, конечно же, вас, девчонок. Тут, наверное, совпало несколько событий, в том числе и юбилей вашей школы, а потом ваша школа пользуется заслуженным, как бы, уважением, авторитетом в вашем районе. И руководством было принято решение именно в вашей школе провести такой замечательный праздник. Сотрудники ОМОН, управления Росгвардии по Тверской области, представили выставку инженерного оборудования, экипировку бойца отряда и спецтехнику. Из парашюта в белый букет, радугой мирной порядку пала, слава десанту, честь и хвала! Участникам праздника была представлена выставка современного стрелкового оружия и оружия времен Великой Отечественной войны. В горячих точках, в горах, лесах, атаку вихрем ведет десант, срываясь ливнем внезапно вниз, и только ставка по жизни жизнь. Самый большой интерес у школьников вызвал приехавший на праздник бронетранспортер. Мечта каждого мальчишки — посидеть за рулем настоящего бронетранспортера. Экипаж в бой! Какой праздник обходится без салютов и фейерверка? Бойцы спецназа «Рысь» продемонстрировали зрителям владение боевыми приемами с оружием и без. Быть молодым весело и прикольно. Можно бегать, прыгать и скакать. Конечно, если ты занимаешься спортом. В мире более 200 тысяч видов спорта. Выбирай любой. Наша спортивная азбука — буква А. Акробатика. Акробатика – это разновидность гимнастики, включающая в себя упражнения на силу, ловкость, гибкость и балансировку. С 2016 года акробатика включена в олимпийские виды спорта. Я научилась прыгать махово, сальто. Мне это очень понравилось, потому что это эмоции дает нам всякие. Еще потому что это так неожиданно и даже немножко страшно чуть-чуть. Но мне каскад очень нравится. Я его очень люблю. Танцевально-акробатический коллектив «Каскад» находится в стенах Дворца творчества детей и молодежи. С 2019 года нам присвоено звание «Народный коллектив». То есть дети у нас в коллективе занимаются не только акробатикой, но и хореографией, благодаря чему мы выступаем на сцене и участвуем в различных фестивалях различных уровней – международном, всероссийском. Наши дети достигают больших успехов, что их очень мотивирует на посещение наших занятий, потому что благодаря победам, которые они достигают, они строят свой жизненный путь.
19 мая 1974 года венгерский скульптор Рубик изобрел известный кубик. С тех пор нашу жизнь пополнили многие головоломки. Эта настольная игра называется «Меч». Цель игры в том, чтобы кружок соприкасался с точкой. Кто найдет совпадение пипеком и скажет «меч» и сделает его вот так, тот забирает себе это очко. Эта игра также и на ум. Так как, чтобы быстро вот это соединить, руками это трогать нельзя. Я хочу рассказать про то, что я делаю в телефоне, а именно я программирую. Я программирую с помощью приложения Game Guardian. Учился я изменять данные по определенным видео. Мой любимый предмет – это вот эта вот гимнастическая лента. Художественной гимнастикой я начала заниматься с 4 лет, а работать с этим предметом я начала с 8 лет. Мне эта лента нравится тем, что у нее очень плавные движения, и можно выучить разные действия. И еще, когда учишь какие-то танцы именно с лентой, это получается очень легко. Даже можно придумать какие-то действия на ходу. Это скрепыши. Их уже существует 3 версии. В каждой версии есть по сотне скрепышей. В третьей версии скрепышей есть разные персонажи из мультиков, мультсериалов и фильмов. Никто не знает, для чего их придумали. Это просто так, для маркетингового хода «Магнит». Чтобы дети просили у родителей делать покупки больше, чтобы им давали эти скрепыши. У тебя новенький? Расскажи нам о нем. Он не такой, как все. Он всегда меня ждет, и он только мой. Он больше ни с кем не играет. Мой попыт. В школу учебников много берешь, и твой рюкзак на тебя стал похож. Но не забудь ты с собой положить то, без чего не сможешь прожить. Хочешь, не хочешь, на помощь придет. Веришь, не веришь, любого спасет. Всемирно известен и знаменит, нужен любому ребенку попыт. Папа завидует, бабушка знает, как о попыте ребенок мечтает. Не нужен мопед, самокат или мяч, для этого мышцы нужно напрячь. Веришь, не веришь, на помощь придет. Хочешь, не хочешь, любого спасет. Всемирно известен и знаменит, нужен любому ребенку попыт. Читаешь стихи на литературе или готовишь доклад по культуре, поможет везде он, всегда и во всем, лишь только на кнопку легонько нажмем. Хочешь, не хочешь, на помощь придет. Веришь, не веришь, любого спасет. Всемирно известен и знаменит, нужен любому ребенку попыт. Даже в спортзале, на физкультуре нужен попыт к стройной фигуре. Мышцы работают, пальцы качаются, попытные люди все чаще встречаются. Веришь, не веришь, на помощь придет. Хочешь, не хочешь, любого спасет. Всемирно известен и знаменит, нужен любому спортсмену попыт. С вами была Соня. До новых встреч в эфире!